можно такой же, например, сюжет снять в осенний период, когда уже красивые листики, да, например, листики опадают, и как-то сделать более эффектно. Можно сделать весенний листопад. Точно. Удивительные видеоролики Настя Бурдукова вместе с мамой создают на смартфоне. Из техники только он и петличка. Но в этих моментах настоящая история. Рассказы об интересных местах амурской столицы, памятниках архитектуры. Сегодня в копилке Благовещенки 7 работ. И это только начало, убеждает юный блогер. Я бы хотела еще больше показать им исторических домов, в которых большая история. Как они появились, как строился город, с чего это все началось. Да, это все интересно, и хотелось бы, конечно, чтобы каждый знал эту историю. Интересные факты для своих видеоработ мама с дочерью ищут на страницах истории, ходят в библиотеки. Дополнительный источник информации – интернет. После того, как сценарий сюжета написан, Настя запоминает текст. Главная помощница приступает к операторским, после – монтажерским обязанностям. Зародилась тема достаточно банально. Наши друзья переехали в Москву, и они не застали, как парк изменился после ремонта. И мы с Настей решили сделать такой небольшой видеосюжет, чтобы показать, насколько он стал красив. После того, как мы его сделали, нам это очень понравилось, и что Настя предложила, а не попробовать ли нам новые темы. Вот так вот и завертелось, и закрутилось, и вот у нас уже вышло несколько роликов, что нам безумно нравится. И сейчас очень много планов на создание новых проектов. Первый ролик семейной съемочной группы не остался незамеченным. Настя получила грамоту от руководства парка. Это только подстегнуло интерес. В следующих видео юный корреспондент поведала зрителям об архитектурном облике амурской столицы, показала школьную столовую, провела экскурсию по Хабаровску, рассказав о 5000-й купюре и о достопримечательностях, которые на ней изображены. Обрели очертания и планы на ближайшее будущее. У нас много идей, которые мы хотим запечатлеть в наших роликах, и мы сейчас участвуем в конкурсе медиапритяжения и хотим снять видео о кхмерском боксе. У нас папа является тренером по кхмерскому боксу. Таким способом мы поддерживаем и кхмерский бокс, и как раз эта тема подходит в номинации «Репортер». Спорт, туризм, мы выбрали номинацию «Спорт». Тем самым мы хотим поддержать нашего папу и плюс кхмерский бокс в Амурской области. Свои ролики Настя публикует во ВКонтакте и на популярном видеохостинге. В будущем девочка мечтает блистать на телеэкранах, продвигая свое творчество. Помимо репортерской работы, пятиклассница занимается изучением английского и китайского языков, любит познавать мир и узнавать новое о космических просторах. Мечты и вдохновения помогают обрести почву для новых и интересных творческих решений. Галина Мартынова, Максим Яценко, программа «Город».